Привет всем! Сегодня я хочу показать, как настроить программу для вязания сложного ажура. Заходим в галереи, выбираем здесь, любую коллекцию берем и смотрим, есть тут у нас сложный ажур или нет. Как найти? Вот выбираем вот эту строчечку и нажимаем здесь галочку «Ажур сложный» и нажимаем «Фильтр». Вот фильтр. Она показывает, что в этой галерее есть сложный ажур. Мы можем нажать вот на эту картиночку и выбирать любой сложный ажур и смотреть, какой у нас будет рисунок. Вот здесь нам показывается узор. Вот, смотрим, какой нам нравится. Выбираем. Ну, давайте первый возьмем. Вот мы его выбрали. Теперь мы должны нажать вот сюда, на эту стрелочку, скопировать выделенный узор из коллекции. Скопировали, нажали. Заходим в панель рисования. И заливаем вот этот узор, нажимаем на правую кнопку мыши. Все, узор наш залился. Мы можем вот уменьшить выкройку и посмотреть, как лежит узор. Еще можем чуть-чуть уменьшить. Так, ну мы еще должны здесь поставить нашу пробу. Здесь у меня сейчас стоит английская резинка, поэтому такое вытянутое. Вот если я сейчас выберу вот кулир, допустим, возьмем кулир в 3 сложения, плотность 3, да, и попробуем применить. И вот наша выкройка уже уменьшилась, но она расширилась. Сейчас посмотрим, какая выкройка. Вот такая выкройка, она очень длинная, потому что это был кардиган. Сейчас подвигаем. Вот и посмотрим, как расположен у нас узор. Вот здесь можно его двигать, нажимая вот, выбирая вот этот крестик. Сдвиг узора, и мы можем, ручку отменяем, и мы можем двигать по, вот здесь выбираем, чтобы у нас вот здесь вот стояли нули посередине, и мы двигаем. Вот, допустим, мне здесь нужно сейчас, вот тут у нас нули, и я хочу вот сделать середину узора, чтобы была вот эта вот часть шла как середина узора. И также мы можем подровнять. Вот берем ручку, поднимаем вверх выкройку, то или вот тут вот нажимаем до низа, чтобы видеть, откуда начнется наш узор, с какого места, да? И опять же взять сдвиг узора и, например, немножечко приподнять, чтобы здесь первый ряд шел как бы вот провязанный, да? Мы сейчас поставили. Теперь вот мы, допустим, все настроили, выбрали узор сложный. Все, настроили машину, поставили нашу ажурную каретку и подключили. Идем во вкладку вязания. Допускаемся вот здесь. Здесь мы тоже должны выбрать вот здесь сложный ажур. Ищем. Вот ажур простой, а вот сложный. Выбираем его. Когда мы выбрали новый узор, то у нас машина автоматически настроилась на первый, самый нулевой ряд. Теперь смотрите, у меня сейчас, я не дома, у меня сейчас машины нет, и я не могу ее подключить, просто покажу, как работает программа. Нажимаем дальше, допустим, все уже заправили в каретке, нить заправлена, и мы начинаем сейчас вязание, да? Значит, нажимаем на кнопочку «Старт». У меня она не загорится зеленым, потому что нет машины и нечего подключить к программе. Как меня спросили в комментариях, как я узнаю, что нужно, машина должна провязывать без нитки или с нитью. Вот сейчас мы видим, мы поставили сложный ажур, нулевой ряд, каретка у нас стоит слева, вот здесь. И она должна быть на самом деле стоять слева. Смотрите, еще мы устанавливаем наши счетчики, вот эти вот, да, туда, где у нас заканчивается наше вязание. Так, вот мы поставили пол. Вот тут нам написано 90 и 90. Левый на 90 и правый на 90 петле. И мы так и устанавливаем. Ну, по нашей пробе. Значит, и по нашей выкройке. И точно так же устанавливаем на машине на 90 петли. Теперь каретка, значит, слева. Провязываем. Нам показывает машина, что у нас нить заправлена сейчас в каретку. Провязываем один ряд. Каретка справа.
Видите, нити нет. Сейчас каретка будет перекидывать, а на каретке на самой у нас есть рычажок. И мы его должны повернуть на... Вот здесь у меня не показывает, а должно быть видно. Вот здесь настройка каретки. Здесь у меня уменьшенный вариант программы. Сейчас я попробую его. Вот, когда я увеличиваю саму программу, потому что у меня сейчас маленький скрин настроен. Вот здесь нам показывает, мы должны на каретке вот этот рычажочек передвинуть в положение P. То есть вот если у нас назад, когда у нас заправлена нить, у нас рычажок вот этот вот каретки, здесь кругленький, показывает букву L. Так, мы провязали, буква P. Будет перекид петель. Каретка справа, значит, будут перекидываться петли в нужную сторону. Провязываем один ряд. Теперь каретка слева, нить не вставлена, опять у нас стоит на P. Будет перекидываться следующая петля, да, в другую сторону. Так, вот, видно, да, я тут кручу. Сейчас я еще раз уменьшу, чтобы было видно все поле. Значит, вот так вот. Поняли, да, что вот эта вот буковка у меня тут прячется, когда я уменьшаю саму программу. Но я не буду сейчас уменьшать. Лучше будем так смотреть. Значит, вот это нам пока все не нужно. А вот в этой стороне нам нужно все. Значит, так. Вот у нас тут две было петли. Одна была зелененькая, другая беленькая. Значит, беленькая — это перекид в одну сторону петли. Петли будут открываться, дырочки. И сейчас мы провязываем слева направо. У нас перекинутся в обратную сторону. Так, провязали. Ой, вот, провязали третий ряд. Так, и у нас уже показывает, что мы должны переставить на буквочку L вот этот рычажочек. И сейчас мы провяжем два ряда с ниткой. Вот сейчас один ряд справа налево провязали и слева направо два ряда. Все, у нас опять перекидывается на P и будет провязывать, то есть перекидывать без нити. Машина будет перекидывать петли. Но не забываем ставить правильный рычажок и убираем нить вообще из каретки, потому что она будет запутываться и будет мешать перекидывать. Ее лучше вообще вытаскивать из каретки. Провели кареточкой справа, да, справа налево, провели раз, два. Опять нить заправлена, заправляем нить, ставим рычажок на L-ку и провязываем, смотрите, опять по одному ряду, да, раз, два с нитью. Два ряда с нитью. Опять без нити. А вот здесь уже у нас будет, видите, тут нам нужно перекинуть в одну сторону две петли и в другую сторону две петли. То есть у нас уже тут две беленьких, две зелененьких. Вот. Поставили на P. И убрали нити с каретки и провязываем. Значит, справа налево раз. Перекинулась одна петля. Ну, то есть не одна, а все. И, кстати, если они, вот вы перекинули, сразу же смотрите, попала петля, оделась она хорошо на соседнюю иглу, или она сейчас сорвалась. Если где-то что-то сорвалось, поправляйте сразу, проверяйте в обратную сторону. Слева направо провязываем. Если у вас хорошая каретка, хорошо настроена, все будет хорошо. Ну, вот у меня иногда... Некоторые петли, я уже знала, вот где-то вот в этой стороне у меня петли не накидывались правильно. Не знаю почему, то ли иголки там были кривые, то ли еще что-то. Ну вот я здесь поправляла вот в этом месте, где-то фантуры, не помню уже на каких петлях, у меня постоянно шли скиды. Ну, то есть скидывалась петля вообще, не одевалась на соседнюю. Ну а тут вот все хорошо было. Но все равно нужно проверять. Потому что почему-то на ажурах капризничает машина. Так, значит, мы провязали, сейчас по одной петле перекинулась. И вот в этом месте уже мы будем 4 раза ходить с пустой кареткой. И каждый раз проверяем, как
перекинулись петли. Можно проверять уже вот сейчас, когда нам нужно вставить нить. Мы смотрим, все ли у нас, то есть провели 4 раза и смотрим, какие петли скинулись. Мы их аккуратненько подбираем, если что-то не оделось или неровно оделось. Перекидываем вручную декером. Поправляем ошибки машины. Если все хорошо, значит не надо ничего поправлять. И провязываем 2 ряда. Переставляем на буквочку L. Вот здесь каретку. И вот все, в принципе, сама программа все подсказывает, все показывает. Вот если еще в программе включен звук, она еще будет и бамкать. Вот, так что. И теперь мы вяжем опять 4 ряда. А нет, 2 ряда с нитью. Опять переставляем на P. И вот теперь она будет уже у нас по 3 петли. Значит, 6 рядов будет она перекидывать просто петли. Сначала перекинет одну петлю, вот эту вот, где сейчас черненьким назначена. Вот эта петля будет перекидываться на соседнюю. Потом вторая. Зелененькая, значит, вправо-влево они там по-разному. С одной стороны в одну сторону петли перекидываются, с обратной в другую. И вот тут уже будет она 6 раз ходить без нити. Вот смотрите сейчас. А ряды считаются. Ряды считаются, но на самом деле, у нас будет провязано. Вот здесь у нас каретка ходила 21 ряд. 21 раз туда-сюда. А рядов у нас провязано всего-навсего 7-8. Да? Вот сейчас будет 9 ряд провязанный. Вот 9 ряд и 10 ряд. На самом деле у нас будет уже без нити. А тут будет у нас каретка уже побегала 23 раза туда-сюда, а фактично провязано всего вот 10 рядов. Вот здесь мы видим. Сейчас я подвину. Вот здесь видно. Вот здесь вот, что у нас провязано всего лишь 10 рядов. Ну, я думаю, что я нормально объяснила. Если что-то непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Буду еще объяснять. Но машины у меня сейчас нет. Мы, к сожалению, не дома находимся, как временно переселенные из-за войны. Вот так вот. Сижу без машинки и скучаю. Ничего не могу делать. Ну, такая ситуация. Все, всем пока. Пробуйте, вяжите. Скоро лето. Как раз ажурчик надо. Пока-пока.